Рум-тур двухэтажной квартиры в Корее. Погнали! Это начало квартиры. Тут шкафчики для обуви. И вот так они выглядят. Есть даже зеркало с подсветкой. Это вот зал такой. Есть большой телевизор. Туалет, санузел. То есть душевая. Начало квартиры. И если пойти сюда направо, то попадем на кухню. Ну и вот так выглядит кухня. Большая родительская комната. Есть кондиционер встроенный. И также есть свой санузел. Унитаз, раковина и душ. И вот вторая комната, она небольшая. Есть из нее свой балкончик. Он маленький, сюда поместится только стиральная машинка. Это второй этаж. Такая вот лестница тут. Здесь зона для досуга. Тут небольшая комната. Есть встроенный кондиционер. Если повернуть налево, тут уже комната побольше. Также есть встроенный кондиционер, подсветка, все дела. Окно ведет на крышу. Есть вот выход на свою собственную крышу, хотя она небольшая, но все же можно тут жарить.